Здесь тогда, по-моему, вот в этих кустиках было гнездо. А может, не в этих веточках, а может, в этих. Тетерева, по-моему, кладка была. Сейчас поглядим. Одно то ли выкачено, то ли я так сейчас напугал. Нет, по моей вине. Ладно, тревожить больше не будем. Вот так вот, вот сидит, парит, это хорошо. С рожками козлик. Слева тоже маленькие рожки. Блин, не видно. Вот этого не видно, а надо поглядеть. Нет, три. Мне показалось из-за уха. У него какой-то странный рог. Так, где-то вот тут вот шел, буквально вот только что шел. И где же он? И ты, блин, лег. А нет, вон он, наверное. Далеко, плохо видно. Кричать начинает. С разных сторон покрикивают. Испарение идет. Так, ну вроде 4 даже, возможно, отросточка. Раздваивается вроде один. Или 3. Короче, до него далеко. Это 3 вроде. Подкрадываться мне лень, батарейки у меня на 10 минут времени показывает. Ага, вроде нормальные, простые рожки. Ничего там сверхъестественного. А, во, их там 2 оказывается. Итак. А вот того совсем молодые. А он еще... Далеко до них метров 600, наверное, если не больше. Даже не пойду. Поедем мы дальше. Этот зато любопытный, он идет. Интересно ему. Полный рост стою. Сзади лес и ворон. На жирафа похож, кстати, у него такие же примерно рога вроде. Того-то нету, нету. Идет как бы чуть-чуть на приближение ко мне. Стою, не двигаюсь.
тоже комары кусают и меня кусают. Интересно за молодыми наблюдать, глупые такие еще, доверчивые. На меня вообще ноль эмоций, судя по взгляду, смотрит на ворона. Так, ладно, время-то идет. Время-то идет. А ворон в лесу, вот он у меня. И тут 50 метров даже я не отошел от него. Травку кушает, ходит. Вот оно то волшебное дерево. Сейчас поставлю опять фотоловушку на него. Охота-то мне все-таки лося запечатлить. Может быть, он все-таки ходит. Вот шерсть большая, трубчатая. Длинная. Вот такая. Значит... Что значит, он сюда когда-то ходит, и мы его все равно увидим. Ну и кабан ходит. А кто ролики не видел про это волшебное дерево, то надо обязательно зайти на второй канал. Животный мир за Урале называется. Так что вот так вот, вот сейчас поставлю. Сейчас я его еще сделаю более волшебным. Привез я вам там кое-что. И оно будет вообще, наверное, волшебное-приволшебное. Ну ладно, 3 минуты у меня осталось заряда батарейки. Вдруг еще ось сам придет, пока я тут сижу. Такая вот семейка.